А сейчас с прямым включением из Вашингтона наш специальный корреспондент Кирилл. Да, Татьяна, совершенно верно. Мы сейчас находимся перед Белым домом, где президент Трамп пишет гневные твиты по поводу Северной Кореи и ее главы. Вся Америка замерла в ожидании развязывания войны, а мы замерли в ожидании результатов группового этапа на турнире Captain's Draft. Наша команда выступает в парламентарском доме под названием «Лошадь». Против нас будут играть команды Team Secret, Mineski и Vici Gaming. И когда мы возглавим свою группу, мы будем биться с противниками из парламентарского дома «Гиппопотам». Не побоюсь этого слова, Татьяна. Плей-офф начнется уже завтра, а сегодня мы все в ожидании результатов группового этапа. В групповом этапе мы старались с секретами. Немножечко отпустили их, хотя побеждали. Немножечко не хватило нам сыгранности, вот заведомо проиграли. Да, Татьяна, совершенно верно. И именно в таком ключе прошла игра Steam Secret, после чего нам предстояла игра с Vici Gaming. Ну, нам, если честно, и пик не особо нравился, и команда, они играют спощеннее, сильнее на данный момент, чем мы. Поэтому тоже проиграли. Да, Татьяна, и только что нам поступила информация, что команда Team Empire заняла в группе «Лошадь» четвертое место. И мы сразимся в плей-офф уже завтра. Хочу сказать, что давно хотел поиграть с OG. С Ромой Резолюшеном тоже хотел давно против него поиграть и победить сильнейших. Конечно, хотелось бы занять топ-4 минимум, потому что захотелось все-таки понюхать немножко очков квалификационных на International. Ну, а там как пойдет. Оставайтесь на связи, с вами были специальные корреспонденты Кирилл Хайруллин и Виталий Тарасов, эксклюзивно для Omen Studio из Вашингтона. Спасибо!